Всем привет, с вами я опять, Илон05. И сегодня будем обозревать свой механический дом. Сейчас вначале покажу, почему я именно такие стекла делаю. Потому что это все из StarCraft мода, и потом обзор уже есть. Или покажу. Вот. Обзор этого мода будет в описании. Здесь надо сделать вот такой вышины, вот такой ширины. Залезаю хорошо. Долго построить. Так вот здесь вот так вот делаем, вот так вот, там стекло что-то больное. Ну и если что, еще вам хочу сказать, что здесь у меня стоит очень много модов, например, вот Lance. Ланс Z мод как-то. X0, ну как-то так вот, и простой фланс. Это строительные материалы. Ланс это Z, вот это вот еще. EnderCellCraft 2, механизм, BuildCraft, ComputerCraft, кустомный PC, вот это и вот это. Вот. Теперь я буду. Вот это вот обустраивается, все, чтобы было все ровно. Ну как вот так вот, как я могу сделать. Так, вот здесь вот будет такой вот как подходик. Да. Вот такой проход как бы. Ну это как поровнее делать. Теперь здесь. Я здесь не могу. Вот. Там мы будем вот так вот, возможно, разрушить. Нет. Так что это будет у нас стенка. Кстати, я вам еще хочу показать механизм всего этого. Смотрите, чтобы сделать, ну для меня это, я расширил его, чтобы сделать вот такой механизм. Механизм покажу. Тоже не покажу. Нет. Вот. Надо было сделать сейчас. Сейчас расставлю. Вот такой, это еще простенький такой механизм, потому что я еще когда-то там делал еще потяжелее механизм. Так вот, это сейчас вот здесь вот механизм, это чтобы сделать, чтобы сверху вниз так закрывалось. Так вот так вот делаю. Этот механизм со сторон закрывалось, вот это два таких. Потом там надо включить вот. Так. Сейчас еще смотрим. Еще смотрю. Вот. Вот это вот. Так, для чего это? А, это для двери. Это для двери. Это другое. Не знаю, что это поставил. Так вот, это чтобы снизу. Это главный такой вот, главный такой. И вот такой простенький механизм.
Так, откуда я пришел? А, вот. Теперь я буду, наверное, сделать такой механизм, как и называют его лифт. Надеюсь, конечно, будет не так, ну, лифт. Не такой, как бы, такой простенький. Ну, не такой, как бы, большой. Я не люблю такие очень большие механизмы делать. Ну, мне не очень нравится. Мне больше нравятся такие, как можно более компактные рабочие вещи. Чтобы залезть, вот это будет второй этаж, чтобы залезть на него сейчас. Да, сюда. Да, сюда, ну как-то красиво, ну, бедом. Вышло, да. Вот, залезаем вот на этот этаж. Здесь надо вот так вот. Вот так вот. Так вот. Так это сделаем. Вот это для окон. Потом это сделаем. Теперь, чтобы идти сюда. Так, так, не так, так. 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 Не, не получится. И вот. Да, вот так вот. И вот так. Сейчас надо перегородку сделать. Ну, хотя я с ним буду жить точно. Да, и, наверное, буду здесь весь город такими механическими домами строить, так знаем, что это очень долго будет. Теперь надо построить вот это. Ну, это чтобы... Это я делаю, почему не здесь вот это сделаю? Эй, хотя, да. Сюда, да, вот так вот. Не знаю, почему здесь вниз можно. Ну, не знаю. Ну, можно здесь построить балкончик. Да, балкончик. Тут на балкончике будет, например, вот так вот стены будут стоять. Надо теперь, чтобы он был механический. Например, вот так вот встанешь и на эту кнопку нажмешь. Угу. Вот сюда. Прыгаешь, нажимаешь. Она вот здесь этот будет, вот так вот тут. Надо сделать вот, нет, вот так вот тут. Здесь вниз поднялась, здесь уже вниз. Здесь еще вниз. Получается здесь вниз, здесь вниз. Вниз, вниз. Да, тут вниз пошли. Вот здесь уже открыто. Что бы мне делать? Например.
Я понимаю. Кнопка. Печат. Тоже так вот это можно? Значит, они так уже и должны быть. Значит, здесь вот, не здесь должно быть, вот так. Так. Нет. Ай, же надо только всему. Ну, тогда. Наверху работает. Топад. Нет. Под. Так, я пока подумаю. Я придумал, что я сделаю это. Кнопку, например, тебе грифер запал. Быстро бежишь сюда, нажал на кнопку и как-то себя вниз. Так, теперь подумаю как. Так вот, я придумал механизм, посмотрите, включаем. Ай, вначале сейчас ошибка. Вот. Нажимаем и так вот. Себе открылся такой проход. Ну и обязательно смотрим смарт-мову, включаем. Можно шрифт и контрол и вылезти. Вот такой у меня будильник. Это обязательно для тех... Ну, скинули. Это обязательно для тех, если у тебя грифер напал. Вот. Теперь смотрите, вот открываем. Нажимаем на кнопку. А нет, это не будет кнопка. Перчат. Включаем эту кнопку и выключаем вот это. Чтобы включить, просто ложимся. Сейчас ложимся. Вперед идем. Шрифт, space,
И потом прыгаем на контроль, держим, отключаем. Не, ну, как-то заползаем. Ну, не знаю, как немножко. Это просто, чтобы выйти вот так, больше всего. Теперь надо это закрыть. Конечно же, внизу. Тоже будет устроено. Нам только оставить надо вот этот вот проход. Потому что здесь будет еще какой-нибудь туда дальше пойти проход. Вот как раз. Сейчас, ну, в каком-то еще видео вам покажу, как сделать полный, ну, ой, не как сделать, полный обзор на этот дом. Даже он будет здесь построен. А, и еще. Смотрите. Я просто поставил блок. Смотрите, заново ставлю. Ну, не сломал. Просто ставлю. Вы умеете так ставить блоки, а под ними уже сломал. И я вам сейчас покажу, как это сделать. Зажимаем обе. Только надо нажать не так вот тут. Вначале правую, потом левую. Не левую, потом правую. Обе сразу. Ой, сразу вот. Что вот так вот это сделать. И вот как-то мне так вот получилось застроить. Это когда мы тут то нажимаем. Вот, смотрим. Оттуда вылезаем и бежим. Так вот, еще. Здесь у меня и получилось как не балкон, а как просто так вот. Здесь это застроено. Ну, как такой балкончик получился. Теперь застраиваем дальше дом. Здесь, конечно, надо уже разминку не знаю. Вот. Все. Ну, стекло надо ставить. Я думаю, вот так вот больше лучше. Да, мне так вот больше лучше. Ну, лучше, а не больше. И сюда как-то надо пойти. Так. Вот так вот. Не, сюда не нужно. Так вот тут. Здесь будет какой-нибудь такой, как бы, складик. Не знаю, здесь какой-то будет комнатка уединения. Как-то так. Теперь здесь еще надо застроить. Нет, здесь не будет застроено. Здесь как раз тот механизм, так что... Вот. Да, тяжело так строить. Я ночью строю, ужас. Может, можно на нее двигаться. Как хорошо, день. Так, здесь будет туда проход. Классно, еще там не достроил, уже здесь строю. Здесь большое окно.
Так, здесь потом немножко достроим. Теперь это надо красиво застроить. Так вот тут. Ну так что, когда кончу это строить все, я построю, например, уже другую. Ой, не построю, а кончу эту серию. Потому что строить уже будет, когда это как-то уже неудобно. Так, в этой серии, если что, мы обустроили дом, построили этот балкон. И сейчас вот тут здесь какой-то проход можно сделать. Вот так. Вот. Вот еще сделали такой проходик в эту комнату. Маленький такой проходик. Так вот, так вот. Не так вот тут. Так, так, так. Да, то здесь было другое место проход. Вот так вот получается, сюда сразу можно. Так, вот здесь крыша. Все. Теперь надо здесь еще достроить. Нет. Вот что здесь у нас. Здесь ничего не будет. Да, и вот чего вот это уже проход будет. Именно для этого закона. Ну, кстати, больше дом получился. Я сделаю паузу и покажу, как будет он застроен. Это уже при этом окончании. Осталось сделать эту крышу и все. Все. Дом достроен. Теперь покажу, как он работает. Как красиво. Ну, здесь не будет застроено, потому что здесь еще будет что-то другое. Вот. Здесь надо показывать, кто ты. И тебе открывается там дверь, ты заходишь. Ну, здесь как бы закрытие должно быть. Вот, открываем дверь. Заходим. Ну, вначале здесь ничего не будет, если что.
Берем что-нибудь с собой. Лучше было вам легче так. Заходим в эту комнатку. Говорим маме, что ты пришел. Так, где? А вот еще вот. Здесь говоришь, мама, я по компьютеру пойду поиграть. Возьмешь компьютер что-нибудь. Такой идешь сюда. Здесь садишься. Не, говоришь, что ты поснимаешь. Здесь поставил камеру такой, разговори, показывай, что там что такое. Вдруг зашел вор. Он боится. Сейчас. Вот, мама. Мама, застрелили. Ты такой боишься, не знаю, что делать. Включаешь это. Ползёшь вниз. Быстро выползываешь. Быстро, пока вор. Ну, знаю, не очень эффективно. Быстро. Как высоко. Вот. И ты прыгаешь, залезаешь на это. Нажимаешь это. Это. И валишь с дома. Бежишь. Прячешься. И все. Всем пока, с вами был без скина Лом 05. Это видео посвящаю как бы Ане Собченко. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.